Презренные едины, радуйтесь. Судьба заработала, пожалуйста. Так, давай объясни все им, пожалуйста, чтобы сейчас не было никаких недопониманий. Они шепчут в предвкушении. Радуйтесь. Император слышит глаз спасения. Ты, походу, про скалку сейчас не трогай. Подходи, да, ко мне, Сафра. Что это такое? Пропавший страж. Есть сканирование? Они могут это исправить? Насколько мне известно, нет. Тогда зачем он тебе нужен? Еще ответы, как и ты, императрица. Если это все. Ну сейчас, давай, они договорят. У вас кто-то болтает? Почему у меня да. не следит за происходящими? Ну, у тебя, видимо, 12 недель открыто. Нам не дается. Ну да. Продолжим поиск. Сейчас будет смешно, если меня в комнату не пустят. А вам открывать? Давай, пробуем. О, открылась комната. Так, пошли. А мне даже лут даст забрать. Угу. Ну вот, забирай. Сейчас, погоди, а может не надо? Что это за мерзость? Корона скорби. Но мне осколок Личист не дало, артефакт Улья, но я получил для подавления воли носящего. Без истории даже этих. Я подозревал, но осколки, я так понял, дают за 12 этих историй. Получается. Ну, за 12 прохождений, типа. Она была изменена. Вскрыта. Вместо контроля разумов она стала объединять их. Она слушает. Блин, ну приятно корону. Мы не можем просто оставить корону. Думаешь, сможешь ее держать? Калус думал так же. Сколько пройдет времени до того, как твоя храбрость погубит город, советник? Твое предупреждение услышано, императрица, но это решать авангарду. Защитишь ли ты корону, пока я готовлю все необходимое для ее извлечения? Кабал не станут тебе помогать. Действуй на свой страх и риск. У тебя сейчас лор про корону, да, был? Да. Это каятель крыса, конечно, ненавижу. Ну, а то. Ты просит помочь, он такой, да пошел ты в жопу. Сам давай разбирайся. Так, а подожди, а что это? А, это скаутка. Ну, короче. Офигенный геймдизайн Bungie в действии. Сейчас тут на YouTube смотрят, расскажу, блин, как мы до этого дошли. То есть надо... Если у вас собрано, если вы до этого проходили 11 раз, 11 недель подряд, эту вот миссию, вам надо сейчас ее в 12 раз пройти, полутать винтовку, нажать украсть, после этого пройти ее еще раз, и в конце подобрать этот датапад, чтобы у вас появился вот этот диалог. Иначе вы можете просто, ну, пройти в первый раз, залутать скаутку, как мы это сделали, затем после этого забрать... Датапад, пойти вниз, забрать осколок, забрать лут, но при этом у вас не будет диалога про корону этого. Потому что Bungie. В общем, кайфанул я, проходя эту фигню, сколько, 4 или 5 раз, я со счета сбился. То есть, пока мы там человека искали, у которого 11 историй было, ну, 11 раз, 11 раз он эту фигню проходил и так далее. Все, я забираю винтовку, да, забирай. Правда, тебе оттуда ничего не дадут, по идее. Миссия начнет заканчиваться и все. Да. Ну разве что только пушку. Хочешь, подождем еще 60 секунд, может, что еще скажет? Наверное, уже нет. А потом те, кто в чате напишет, что скажет, и все, ты опять будешь. Да-да-да. По приколу просто. Yeah, I love that.